совершила невозможное. Но зло надо мною судьба посмеялась, и смерть меня не коснулась, нет. Что мог я поделать, если нежданно в последний миг отказал пистолет? Себя скорпион беспощадно жалит, увидев, что он окружен огнем. Орел умирает, с утеса бросаясь, а я разве не был таким орлом? Да, Родина, верь, был орлом я смелым. И чтоб не попасться во вражью сеть, хотел я расправить гордые крылья, с утеса броситься и умереть. Хотел, но не смог. От последнего слова решил отказаться, друг пистолет. А враг мне сковал ослабелые руки, погнал по дороге жестоких бед. Ты должен был застрелиться. Это была твоя последняя, так сказать, последний долг перед Родиной – застрелиться, не попасться врагу в плен. Это считалось позором. Это темя, да? Вот это да. Вот идут глаза сюда. Это затылочная часть. Маша, тебе интересно, если найдутся родственники этого человека? Очень. Потому что у меня у самой дедушка погиб. Где-то здесь тоже, на Волховском фронте. И ты знаешь, где он похоронен? Нет, нам повестка пришла, что он без вести пропал. Мы еще не нашли. И никогда не нашли его, да? Нет еще ничего, таких сообщений. Ты надеешься его найти? В основном я и пошла из-за этого, чтобы какая-то надежда а есть. А бабушка твоя жива, его жена? Нет. Умерла? Да. Она надеялась, что он вернется? Да, и дети надеялись. Первая моя школа военная. Мне повезло, они на земле.